Пулеметчик! 100 метров! На востоке! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Пулеметчик! Объект уничтожен! Клинок. Говорит Клинок 2. Генератор отключен. Топливный склад захвачен. Пора вытаскивать нас отсюда. Прием. Клинок 2. Говорит Клинок. Вас понял. Отправляйтесь к зоне посадки Б. Внимание! По нашим данным, в ваш квадрат входят многочисленные силы противника. Спасательный вертолет уже в пути. Позывной Аспид. Расчетное время прибытия Аспида 5 минут. Конец связи. Не из-за дела. Спасательный вертолет уже в пути. Мы должны захватить зону посадки. Если вертушку собьют, мы окажемся по уши в дерьме. Сесть в машину! Вас понял! Подкрепление! Враг! Стрелок! 100 метров! На северо-востоке! Враг! Стрелок! 100 метров! На северо-востоке! Клинок 2. Говорит Клинок. Внимание! Аспид приближается к зоне посадки. Расчетное время прибытия 5 минут. Найден труп! Это враг! Пулеметчик! 100 метров! На юго-западе! Клинок 2, говорит Клинок. Внимание! Аспид входит в ваш квадрат. Расчетное время прибытия 1 минута.
100 метров! На юге! Ждем вас. Вас понял! Сесть в машину! Вас понял! Я ранен! Всем кинжалам! Говорит кинжал один. Готовьтесь к штурму. Китайцы организовали оборонительные рубежи от этой позиции и до топливного склада. ВТР с позывным «Палаш» заняли позицию и готовы предоставить огневую поддержку при наступлении. Наша цель — прорваться через китайские рубежи и занять оборонительную позицию у склада. Тогда мы сможем подогнать туда тяжелую бронетехнику. Мы будем прикрывать ваше наступление с помощью дымовых снарядов. Всем отрядам ждать сигнала. Конец связи. Кинжал 1Б, говорит кинжал 1. Ваша основная цель — уничтожить пехотные и противотанковые войска по пути техники. Потеряв БТР, мы не сможем продолжать штурм. Дополнительные пулеметчики — ваша вторичная цель, но с этим вам помогут другие подразделения. Так, слышите? Прием. Кинжал 1, говорит кинжал 1Б. Вас понял. Конец связи. Кинжал 1Б, впереди серьезный штурм. Учтите, задание будет нелегким. Нас ждет бой, нас ждут потери. Будем надеяться, благодаря нашей артиллерии останется не так много врагов, с кем нам придется столкнуться. Сосредоточьтесь на цели. Не ввязывайтесь в ненужные стычки. Двигаться координатам 06EX 0Y5. Итак, впереди первый рубеж. Выберите себе цели. Кинжал 1, говорит кинжал 1Б. Мы подошли к первому рубежу. Численность противника — отделение. Как поняли? Кинжал 1Б, говорит кинжал 1. Вас понял. Кинжал 1Б, говорит кинжал 1. Палаш приступает к штурму. Постарайтесь как можно быстрее нейтрализовать противотанковую пехоту. Конец связи. Стрелок! Объект уничтожен! Цель! Стрелок! Ух, черт! Цель! Стрелок! Объект уничтожен! Кинжал 1Б! Кинжал 1Б! Палаш сообщает об угрозе БТР с правой стороны дороги. Найдите и уничтожьте противотанковые отряды. Конец связи. Кинжал 1Б. Палаш сообщает, что один БТР уничтожен. Найдите и уничтожьте противотанковые группы как можно скорее. Конец связи. Всем кинжалам! Всем кинжалам! Говорит кинжал 1. Палаш понес большие потери. Штурм отменяется. Возвращайтесь к пункту. Сбора бета. Ждите дальнейших указаний. Конец связи.
Кинжал-1Б, говорит Кинжал-1. Ваша основная цель — уничтожить пехотные и противотанковые войска по пути техники. Потеряв БТР, мы не сможем продолжать штурм. Дополнительные пулеметчики — ваша вторичная цель, но с этим вам помогут другие подразделения. Как слышите? Прием! Кинжал-1, говорит Кинжал-1Б. Вас понял. Конец связи. Внимание! Кинжал-1Б! Впереди серьезный штурм. Учтите, задание будет нелегким. Нас ждет бой. Нас ждут потери. Будем надеяться, благодаря нашей артиллерии останется не так много врагов, с кем нам придется столкнуться. Сосредоточьтесь на цели. Не ввязывайтесь в ненужные стычки. Двигаться координатам 06 и X 0 Y 5. Уничтожен! Цель! Стрелок! Объект уничтожен! Найден труп. Это враг. Стрелок. 200 метров. На востоке. Ну что за хрень? Итак, впереди первый рубеж. Выберите себе цели. Гранатометчик! 200 метров! На востоке! Кинжал-1! Говорит Кинжал-1Б! Мы подошли к первому рубежу! Численность противника отделения! Как поняли? Кинжал-1Б, говорит Кинжал-1! Вас понял! Цель! Стрелок! Объект уничтожен! Враг! Стрелок! 100 метров! На востоке! Кинжал-1Б, говорит Кинжал-1. Палаш приступает к штурму. Постарайтесь как можно быстрее нейтрализовать противотанковую пехоту. Конец связи. Стрелок! Объект уничтожен! Враг! Гранатомет! Объект уничтожен! Цель! Граната! Кинжал-1! Говорит Кинжал-1Б! Внимание! Первый рубеж прорван с юга! Противотанковые войска нейтрализованы! Как поняли? Прием! Кинжал-1Б! Говорит Кинжал-1! Вас понял! Палаш продвигается к вашей позиции! Отправляйтесь на восток! Следующий рубеж примерно в полукилометре от вашей позиции! Ждите удара с северного рубежа в непосредственной близости от вас. Прием! Кинжал-1, говорит Кинжал-1Б. Вас понял. Выдвигаемся. Конец связи. Северный рубеж обстреливает артиллерия. Мы отправляемся ко второму рубежу примерно в полукилометре к востоку отсюда. Всем быть наготове. Китайцы, покинувшие первый рубеж, должны быть в этой лесопосадке. Вперед!